Привет, друзья! Меня зовут Никита. Хочу поделиться с вами лайфхаком в нашей практике. Как держать внимание в теле, как возвращаться в настоящий момент. Как это делать быстро, в течение дня, быстро, эффективно, в любой момент, в каждой ситуации. Даже когда мы начинаем общаться с людьми, давайте начнем прямо с этого примера. Например, к нам кто-то подходит, мы начинаем общаться с человеком. То есть вначале мы его слушаем, он нам что-то говорит, объясняет. И в этот момент мы можем, слушая его, просто обратить внимание на свои ощущения. Сам этот процесс требует осознанности вашей и вашего внимания. К вам подходит человек, он начинает что-то говорить, и в этот момент вы его слушаете, все с этим в порядке. Но как бы фоном обращаете внимание на свои ощущения и из этих ощущений слушаете его. Вы одновременно будете чувствовать, что он говорит. Потому что через это внимание в тело вы начинаете заходить в это чувственное поле. У вас и у собеседника это поле одно на двоих. Вы тогда, может, даже где-то не услышите каких-то слов, но поймете именно то, что он хочет сказать за словами. Потому что вы его считываете через внутреннее тело свое, через ощущения в своем теле. То есть это такой первый лайфхак, как зайти глубоко в настоящий момент в активном действии, в разговоре какой-то. То есть мы бежим, кого-то встретили, сразу только стоп, внимание в тело. Процесс очень простой, потому что все, что он требует от нас, вспомнить. Нам просто требуется вспомнить об этом. Вспомнить о том, что мы здесь. Прямо сейчас что-то чувствуем. Пример такой, как мы едем за рулем, и у нас легкое осознавание дороги. То есть мы можем что-то там, я еду, там что-то говорю, там со своим другом говорю, да, там что-то отвечаю, но мое внимание на дороге. То есть легкое осознавание дороги у водителя всегда присутствует. Что бы он там ни делал в телефоне, он так немножечко мониторит дорогу. То есть его внимание, часть его внимания всегда на дороге. Иначе бы это была авария. То же самое и у нас в жизни. Что бы я ни делал, я сейчас записываю это видео, вы сейчас меня слушаете, и часть нашего внимания, осознайте это, находится на ощущениях. Все, что от нас требуется. И вот жизнь нам очень хорошо помогает в чем? Мы, когда начинаем чувствовать какой-то дискомфорт, либо какое-то такое странное, непонятное ощущение в теле, это говорит об одном. Это звоночек, который говорит о том, что мы вылетаем на поверхность. То есть в ум. Мы лезем в мысли, в фантазии, в нереальность, в иллюзорность. Это тотальный сон. То есть и жизнь нам маячит ощущениями в теле дискомфортно. В этот момент мы останавливаемся. Мы возвращаем точку, как бы, назовем это так, точку сборки из ума. То есть, да, когда мы анализируем, думаем, вот все через ум. Мы останавливаемся, такие, стоп, я чувствую. То есть я начинаю чувствовать, я смещаю точку на сердце условно, да, с ума на сердце. То есть с фантазий на реальность. И я воспринимаю этот мир, чувствую, то есть я начинаю его слушать. Ведь даже звуки я слышу. Вот так я с ним общаюсь, с этим миром. Я начинаю его слушать, замечать, то есть чувствовать телом, телом. Такой вот лайфхак, который поможет вам держаться глубже в настоящем моменте, заходить быстро в настоящий момент. Это критерий того, в настоящем ли вы моменте. То есть как узнать, в настоящем ли я моменте? Вы можете узнать очень просто, спросив себя, а чувствовал ли я себя последние 5 минут? Если да, то вы были в настоящем моменте. Замечательно. Если нет, ничего страшного. Просто вспоминаем про ощущения в теле и все.